Небольшой прикол для любителей попугаев. Мы видим спиртуозность, сейчас он показывает 5. Берем, помещаем этот же ареометр и сливаем всю жидкость в колбу. После чего смотрим, что он начинает показывать. Блин, сволочь, развернись. Я думаю, все видят то, что больше 10. То есть жидкость выталкивает ареометр вверх, из-за чего показания отличаются, ну, больше, чем на 5%. А это, я бы сказал, дофигища. Заливаем это же обратно. И опять наблюдаем 5.